Великий и ужасный. Изумрудный город. На следующее утро, после нескольких часов пути, друзья увидели на горизонте слабое зеленое сияние. «Это должно быть изумрудный город», — сказала Элли. По мере того, как они шли, сияние становилось ярче и ярче, но только после полудня путники подошли к высокой городской стене, сложенной из кирпича. Перед ними были большие ворота, украшенные огромными изумрудами, сверкающими так ярко, что они ослепили даже нарисованные глаза страшила. У этих ворот кончилась дорога, вымощенная желтым кирпичом, которая много дней верно вела их и, наконец, привела к долгожданной цели. Над воротами висел колокол, а рядом — над калиткой, другой поменьше. Элли трижды дернула за веревку большого колокола, и он ответил глубоким серебристым звоном. Ворота открылись, и путники вошли в сводчатую комнату, на стенах которой блестело множество изумрудов. Путника встретил маленький человек, с ног до головы одетый в зеленое. На боку у него висела зеленая сумка. Зеленый человек очень удивился, увидев такую странную компанию, и сказал: «Кто вы такие?» «Я соломина чучела, и мне нужны мозги», — сказал страшила. «А я сделан из железа, и мне не достает сердца», — сказал дровосек. «А я трусливый лев, и желаю получить храбрость», — сказал лев. «А я Элли из Канзаса, и хочу вернуться на родину», — сказала Элли. «Зачем же вы пришли в изумрудный город?» «Мы хотим видеть великого Гудвина. Мы надеемся, что он исполнит наше желание. Ведь кроме волшебника никто не может нам помочь». «Много лет никто не просил у меня пропуска Гудвину Ужасному», — задумчиво сказал человек. «Он могуч и грозен, и если вы пришли с пустой и коварной целью отвлечь волшебника от мудрых размышлений, он уничтожит вас в одно мгновение. Но мы ведь пришли к великому Гудвину по важным делам», — внушительно сказал страшила. «И мы слышали, что Гудвин добрый мудрец». «Это так», — сказал зеленый человечек. «Он управляет изумрудным городом мудро и хорошо. Однако для тех, кто приходит в город из пустого любопытства, он ужасен. Я страж ворот Фарамант. И раз вы пришли, я должен провести вас к Гудвину, только наденьте очки». «Очки?» — удивилась Элли. «Без очков вас ослепит великолепие изумрудного города. Даже все жители города носят очки и день, и ночь. Таков приказ мудрого Гудвина. Очки запираются на замочек, чтобы никто не мог снять их». Фарамант открыл зеленую сумку, и там оказалась куча зеленых очков всевозможных размеров. Все путники, не исключая льва и татошки, оказались в очках, которые страж ворот закрыл на затылке крошечными замочками. Страж ворот тоже надел очки, вывел притихших путников через противоположную дверь, и они оказались на улице изумрудного города. Блеск изумрудного города ослепил путников, хотя глаза их были защищены очками. По бокам улицы возвышались великолепные дома из зеленого мрамора, стены которых были украшены изумрудами. Мостовая была из зеленых мраморных плит, и между ними тоже были вделаны изумруды. На улицах толпился народ. На странных товарищей Элли жители смотрели с любопытством, но никто из них не заговаривал с девочкой, и здесь боялись льва и татошки. Жители города были в зеленой одежде, и кожа их отливала смугло-зеленоватым оттенком. Все было зеленого цвета в изумрудном городе, и даже солнце светило зелеными лучами. Фарамант провел путников по зеленым улицам, и они очутились перед большим красивым зданием, расположенным в центре города. Это и был дворец великого мудреца и волшебника Гудвина. Сердце Элли затрепетало от волнения и страха,
когда она шла по дворцовому парку, украшенному фонтанами и клумбами. Сейчас решится ее судьба. Сейчас она узнает, отправит ли волшебник Гудвин ее на родину. Или она напрасно стремилась сюда, преодолев столько испытаний. Дворец Гудвина был хорошо защищен от врагов. Его окружала высокая стена, а перед ней был ров, наполненный водой. И через ров, в случае надобности, можно было перекинуть мост. Когда Фарамант и путники подошли ко рву, мост был поднят. На стене стоял высокий солдат, одетый в зеленый мундир. Зеленая борода солдата спускалась ниже колен. Он ужасно гордился своей бородой. И неудивительно, другой такой не было в стране Гудвина. Завистники говорили, что у солдата не было никаких достоинств, кроме бороды, и что только борода поставила его в то высокое положение, которое он занимал. В руках у солдата были зеркальце и гребешок. Он смотрелся в зеркало и расчесывал гребешком свою великолепную бороду. И это занятие настолько поглощало его внимание, что он ничего не видел и не слышал. «Дин Гиор!» — крикнул солдату страж ворот. «Я привел чужестранцев, которые хотят видеть великого Гудвина». Никакого ответа. Страшила закричал своим хрипловатым голосом. «Господин солдат, впустите нас, знаменитых путешественников, победителей саблезубых тигров и отважных пловцов по рекам». Никакого ответа. «Кажется, ваш друг страдает рассеянностью», — спросила Элли. «Да, к сожалению, это за ним водится», — отвечал Фарамант. «Почтеннейший, обратите на нас внимание», — крикнул дровосек. «Нет, не слышит. Давайте-ка все хором». Все приготовились, а дровосек даже поднес ко рту свою воронку вместо рупора. По знаку страшилы все заорали, что было мочи. «Господин солдат, впустите нас! Господин солдат, впустите нас!» Страшила оглушительно колотил по перилам рва своей тростью, а Татошка звонко лаял. Никакого впечатления. Солдат по-прежнему любовно укладывал в своей бороде волосок к волоску. «Я вижу, мне придется рявкнуть по лесному», — сказал лев. Он покрепче уперся на лапах, поднял голову и испустил такой рык, что зазвенели стекла домов. Вздрогнули цветы, выплеснулась вода из бассейнов, а любопытные, издали наблюдавшие за странной компанией, в рассыпную бросились бежать, заткнув уши. Спрятав гребешок из зеркальца в карман, солдат свесился со стены и с удивлением начал рассматривать пришельцев. Узнав среди них стража ворот, он вздохнул с облегчением. «Это ты, Фарамант?» — спросил он. «В чем дело?» «Дело в том, Дин Гиор», — сердито ответил страж ворот, — «что мы целых полчаса не могли докричаться до тебя». «А, только полчаса?» — беспечно отозвался солдат. «Ну, это самые сущие пустяки. Лучше скажи мне, что это с тобой?» «Это чужестранцы, которые хотят видеть великого Гудвина». «Ну что ж, пусть войдут», — со вдохом сказал Дин Гиор. «Я доложу о них великому Гудвину». Он опустил мост, и путники, попрощавшись с Фарамантом, перешли через мост и очутились во дворце. Их вели в приемную. Солдат попросил их вытереть ноги о зеленый половичок у входа и усадил в зеленое кресло. «Побудьте здесь, а я пойду к двери тронного зала и доложу великому Гудвину о вашем прибытии». Через несколько минут Дин Гиор вернулся, и Элли спросила его: «Видели Гудвина?» «О, нет, я его никогда не вижу», — последовал ответ. «Великий Гудвин всегда говорит со мной из-за двери. Вероятно, вид его так страшен, что волшебник не хочет попусту пугать людей. Я доложил о вашем приходе. Сначала Гудвин рассердился и не хотел меня слушать. Потом вдруг стал расспрашивать о том, как вы одеты. А когда узнал, что на вас серебряные башмачки, то чрезвычайно заинтересовался этим и сказал, что примет вас всех. Но каждый день к нему допускается только один проситель. Таков его обычай.
И так как вы проведете здесь несколько дней, он приказал отвезти вам комнаты, чтобы вы отдохнули от долгого пути. «Передайте нашу благодарность великому Гудвину», — ответила Элли. Девочка решила, что волшебник не так страшен, как говорят, и что он вернет ее на родину. Дин Йор свистнул в зеленый свисточек, и явилась красивая девушка в зеленом шелковом платье. У нее была красивая гладкая зеленая кожа, зеленые глаза и пышные зеленые волосы. Флита, так звали девушку, низко поклонилась Элли и сказала: «Идите за мной, я отведу вас в вашу комнату». Они прошли по богатым покоям, много раз спускались и поднимались по лестницам, и, наконец, Элли очутилась в отведенной ей комнате. Это была самая восхитительная и уютная комната в мире, с маленькой кроватью, с фонтаном посредине, из которого била тоненькая струйка воды, падавшая в красивый бассейн. Конечно, и здесь все было зеленого цвета. «Располагайтесь как дома», — сказала Флита. «Великий Гудвин примет вас завтра утром». Оставив Элли, девушка развела остальных путников по их комнатам. Комнаты были прекрасно обставлены и находились в лучшей части дворца. Впрочем, настрашило окружающая роскошь не произвела никакого впечатления. Очутившись в своей комнате, он стал около двери самым равнодушным видом и простоял, не сходя с места, до самого утра. Всю ночь он таращил глаза на паучка, который так беззаботно плел паутину, как будто находился не в прекраснейшем дворце, а в бедной лачушке сапожника. Железный дровосек хотя и лег в постель, но сделал это по привычке тех времен, когда он был еще из плоти и крови. Но и он не спал всю ночь, то и дело двигая головой, руками и ногами, чтобы убедиться, что они не заржавели. Лев с удовольствием улегся бы на заднем дворе, но на подстилке из соломы, но ему этого не позволили. Он забрался на кровать, свернулся клубком, как кот, и захрапел на весь дворец. Его громкому храпу вторил тоненький храп Татошки, который на этот раз решил поместиться вместе со своим могучим другом.